Привет! Всем привет! Сегодня 31 декабря, и мы решили снять свой домашний новогодний влог. А Карише уже пришел Дед Мороз. Он постучал в дверь и оставил там два пакета для Ариши и Леры. Ариша, конечно, свой открыла. Видите, как? Кукла! Веселуха, что делает твоя кукла? Ага. Ой, как красиво она светится. Кукла говорит с тобой по-эстонски, здорово. Будешь учить эстонские слова. А вот это подарочки остались у нас для Леры. Вот три для Леры, а это мой. Мой? Это мой. Остальные подарочки мы уже не дождались и раздарили. Мама, может ты его открыть? Нет, я хочу его открыть ночью, в Новый год. Мы уже приготовили наши новогодние закусочки. Сейчас все соберем и пойдем к бабушке, да? Мы, как и в прошлом году, идем отмечать Новый год к бабушке. Хотела вам еще рассказать одну вещь. В прошлом году, ровно год назад, 31 декабря, я тоже снимала новогодний влог и показывала вам, что составляю карту желаний. Хочу в этом году составить карту желаний, но немножко не такую классическую карту, которая, может быть, вам известна. Сейчас покажу. Обычно на карту желаний клеются какие-то картинки, ну, тексты тоже пишутся, но в основном она такая яркая, с картинками. Я хочу сделать немножко по-своему и свой список с целями какими-то и задачами, и желаниями на следующий год именно расписать по пунктам, по секторам. Конечно, не все у меня из этой карты сбылось, но несколько пунктов, и они, наверное, самые удивительные, у меня осуществились. Это первая поездка на Корфу, и мы сегодня на солнечном Корфу! Впервые я увидела улицу Листон в передаче «Орел и Решка» года два назад. По ней гуляла Регина Тодоренко, и с тех пор мечтала попасть в это место. Сегодня в этом пункте моего виш-листа я поставила галочку «Я гуляю по Листон». Я когда писала это в своей карте, мы тогда даже не планировали туда ехать. Это просто было обычным таким желанием, даже можно сказать спонтанно я его решила занести в карту желаний. Да, мне хотелось побывать на Корфу, но так как я в своей голове не представляла, как туда попасть, как все это сделать, то просто вот что-то меня щелкнуло, и я решила, запишу, и все, просто запишу. И вот именно это желание, такое самое, как мне казалось, неосуществимое, оно у нас сбылось. Также я записала поездку в Латвию. Не знаю почему, на самом деле я хотела поехать в Финляндию, но когда я села писать карту, подумала, Финляндия, это так трудно, опять же, неосуществимо. И я так написала, ну ладно, в Латвию, поближе. И мы поехали в Латвию в этом году. Так что, если вам кажется, что ваши желания какие-то нереальные или трудно осуществимые, не заморачивайтесь, все равно загадывайте, записывайте, и как раз они такие и будут самыми настоящими. Так что я вам желаю в этом году, в следующем уже, в 2019, чтобы все ваши заветные желания исполнились. Мы пришли к бабушке, и тут происходит фотосессия. А это все наши подарочки. Я покажу вам наш праздничный стол. Это у нас баклажаны с чесночком и грецкими орешками. Это наш закусон, паштет из грибов и капустка, морковка. Это такие импровизированные суши, начинка из баклажанов и ролл. У меня просто осталось, и я решила завертыши такие сделать. Салат овощной от бабушки, разные овощи с оливками. И обычная оливьешка. Ариша вот кормит меня моим же паштетиком. Ес, папа. Ес, папа.
Какой ес? Макай. Олька кормит, мама. Не отмакни. Сейчас наемся морковки, и все, мне ничего не надо будет. Ну, правильно. Попробуй ты морковку. С капустой вкуснее, капуста помягче. Угу. Ну, у нас сегодня кушает. Какое-то едальное видео, где мы будем есть, да? Угу. Только кухня у нас... Микрокухня. Микрокухня, да, такая. У нас мало. Ну и мы... Вот. Каждый год ничего не доедаем. Так что мы сегодня с вами едим. Ариша, не надо. И встречаем Новый год. Да. Новое блюдо бабушка принесла, да? Новое блюдо! Моцарелла с помидорками. А я поняла, у нас просто маленький сам стол, поэтому и блюда на нем тоже маленькие. Решили сразу раздарить подарки. А теперь другие сорт. Ой, Ариша, это кто? Три кота. О, мне подарили манго. Лера получила манго. О, шоколадного Деда Мороза. Ну вот, видишь, ты переживала. Ариша, у тебя там что, котоферма? Три бабочки для ванны. Три кота. Ариша, давай следующие вот эти два мешочка. Бабочки для ванны. Вот эти два мешочка, неси. А что, еще будут подарки? Ой, сил хватит, неси, неси. Ох ты, силачка. Вот, смотри, стой, 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 давай будем смотреть. Тор батон. Вот это маме. Это маме давай. Ой, вы нам наши тоже будете дарить? Ну, спасибо, я... Ариша. Ну, открывай. Дима получает в подарок авокадо. Лере, манго, авокадо. Ой, какие чуни. Квартирку с печкой. Квартирку с печкой. Хорошо, что у них есть след. Можно в них и по улице ходить. Нет, по улице не надо. По улице Ой, это еще не все у тебя? Нет, носки. И носки. Тебе понравился подарок? Куча носков. А где твой подарок? Вот, Ариша, иди покажи мне. Покой. С Новым годом! Всех с Новым годом! Мы уже вернулись домой. Ариша у нас захотела спать, она днем не спала, и она бы не выдержала до 12. Мы посидели у бабушки до 10 и пришли домой. Сейчас папа ее укладывает спать, а я здесь вот сижу в такой тихой домашней атмосфере в ожидании Нового года, сначала российского. Буду сидеть сейчас, составлять список целей на Новый год. Мы уже давно отмечаем Новый год в таком тесном семейном кругу, так спокойно, по-домашнему, без каких-то ярких гуляний. У нас даже нет сегодня шампанского, мы просто не пьем его, даже нет бокалов, как вы знаете, что будем ждать Новый год и тихонько составлять свои планы, цели и желания. С нами ждут... Нового года наши коты, любимые, да, наши коты, вот они. Лера у нас с бабушкой пошли на улицу смотреть фейерверки, а мы смотрим фейерверк из окна. У меня, например, очень хороший вид, люди выходят сюда во дворик к нам, прям здесь устраивают фейерверк, так что я наслаждаюсь зрелищем прямо из окна. Мы и наши свинки хотим поздравить вас с наступившим 2019 годом, всех наших зрителей и наших друзей и близких, и пожелать вам всем в новом году счастья, здоровья, удачи, много-много путешествий, много-много денег, новых впечатлений
и хорошего настроения. И пусть вам улыбнется ваша свинья. Загадывайте свои желания, и они обязательно сбудутся. Да, наши свинки тоже вас поздравляют. Да, и хотя это не настоящие свинки, но все равно это наши свины. Да. И они вас поздравляют. С Новым годом! Откармливайте своих свинок, и они принесут вам много-много радости. Дайте нам свинячий. Пришла еще одна свиноморда вас поздравить. Сегодня мы встречаем Новый год в зоопарке. В кругу всех наших мохнатых друзей. Еще Томаса не хватает. Все наши братья, меньшие и старшие, поздравляют вас с Новым годом. Оставайтесь в этом 2019 году тоже с нами. Ой, свинка сейчас упадет. Эта свинка у нас чокнутая. Мы встречаем Новый год даже без шампанского, даже без лимонада, ну, с чем там принято его встречать. Ну, чай мы пили. Чай мы пили, в том-то и дело, что мы все пили со свиньями. Мы встречаем Новый год по-свински. Свинский Новый год у нас. Да, свинский. Свиньи вот орут, пищат. На тебя сфокусируется? Нет, твою морду даже не признает за лицо. Мне сегодня очень понравился голубой огонек. Ну, в общем, у бабушки по телевизору смотрели выступление звезд. Золушка это была, да? Там, где все, ну, не все, а избранные актеры, какие-то звезды эстрады принимали участие в этом спектакле с песнями, танцами. Новогодний, да. Да, такой. Вот в этом году мне очень понравился. Он такой красочный был, даже Ариша могла его посмотреть, как-то для детей тоже был. Такие, как старпёры, сидим, обсуждаем голубой огонёк. Телевизор обсуждаем, господи. Мы сами его никогда не смотрим. Короче, да, мы телек смотрим только в Новый год. Что у нас Новый год, это когда можно ночью долго-долго смотреть телек, который у нас нет. Или онлайн подключиться, то есть. В обычные дни я онлайн никогда телек не смотрю. Только в Новый год я включаю, ознакомливаюсь, такое общее представление со всеми звездами эстрады, кто появился новый, что там происходит, какие они песни поют, и на год... Кто как постарел. Да, и на год это все откладывается. Что-то твоя свинка напряглась. Что-то она, да, устала кушать. Цвет настроения свинка.